Помните, да? Да, там эта камера небольшая, и ее хватает мне где-то на час. Гауди. Иду по улице, вдруг слышу, кто-то за спиной кричит. Ваня! Я поворачиваюсь и иду на голос. Какая-то расфуфыренная дамочка подходит ко мне. Неужели вы могли подумать, что я зову вас по имени? Сзади к нам подходит как такой же расфуфыренный ребенок. Я отвечаю. Вы похожи на одну мою подругу. И, кстати, великий испанский архитектор Гауди, построивший в Барселоне великолепный собор Саграда Фамилия, имел внешность бомжа. Когда он попал под трамвай, прохожие проходили мимо, и никто не вызвал скорую. Он так и умер, не дождавшись помощи. Дамочка раскрыла рот, а я развернулся и пошел своей дорогой. Природа замерла в преддверии зимы. Замерзли лужи, облетели листья. И солнце с облаками спорить сились. Все ниже нили, все короче дней. А снега нет, пожухшая трава холодным утром серебрится. На голой ветке хоплится синица. И нет давно уж в небе журавля. Метро. Последнее время, когда я еду в метро, я взялся молиться. Собственно, я и знаю это всего две молитвы – «Отче наш» и «Царю небесный». Вот их я и читаю. Говорят, что метро многих напрягает. Это тяжелое, я бы даже сказал, мистическое место. Когда в Москве только начали строить метро, многие московские бабушки, особенно церковные старушки, отказывались пользоваться метро. Что это я раньше времени полезу под землю? Не дай бог еще чертей встретишь. Да и сейчас, к примеру, у многих метрофобия. А вот для молитвы идеальное место, как сказано в Библии, из глубины воззвах. Бес. Я помню место и время, где и когда в меня вселился бес. Мой диагноз – шизофрения. На обычном языке я называюсь душевно больной. Раньше про таких, как я, говорили бесноватый, одержимый. Я хорошо помню, как это началось. Мне было лет 11, самое начало полового созревания. Я приходил со школы в квартиру на Соколе, обедал, уходил в свою комнату и садился в кресло в углу. И несколько часов сидел в полной прострации. Я перестал читать книжки, звонить по телефону друзьям и даже просто делать уроки. Я ни о чем не думал, просто смотрел на потолок, на стены. Тоска. Мне все, весь мир перестали интересовать. Я потерял вкус к жизни. Вот это и было начало болезни. Ну, мы же закончим, что-то меня сравнить немножко. Все, думаю, сегодня хватит. Спасибо, Василий Ильич. Достаточно. Достаточно. Сейчас опишу с вами.